таланты. Выбираем Сережечку, смотрим. Одиночество. Если в радиусе 15 метров от вас нет союзников, скорость накопления гнева повышается на 10%, а скорость атаки на 10%. Урон не повышается. Обращение магии КД 1 минута снимает все вредоносные магические эффекты, наложенные на заклинателя и союзников в радиусе 10 метров, и по возможности перенаправляет их на заклинателя, который их накладывал. Глаз Леотриса. Восстановление 45 секунд. Заклинатель внимательно наблюдает за противником. Каждый раз, когда этот противник произносит вредоносное заклинание, он получает урон от темной магии в объеме равном 5% от его максимального запаса здоровья. А время восстановления глаза Леотриса обновляется. Время действия 6 секунд. Но это все есть на лайве. Порывы маны. Действие 20 метров. Дальность. Восстановление 8 секунд. Вот сделали бы этот талант без задержки в 2 секунды, он был бы имбовым. Вот реально. Ну и хотя бы 1 секунду задержки. То вещь аж убегает. Заклинатель создает под ногами цели провал маны шириной 6 метров. А это неплохо. 6 метров за 2 секунды трудно закайтить. Через 2 секунды он взрывается, нанося урон от магии хаоса в объеме равном 8% от максимального здоровья противника. А также отнимая у них 8% от общего запаса маны. Ну вот 6 метров. Демонические истоки. Пассивное. Время восстановления метаморфозы сокращается на 2 минуты. Но время ее действия теперь составляет 15 секунд. Пока охотник на демонов не находится в состоянии метаморфозы, наносимый им урон увеличен на 10%. То же самое. Удар с небес. КД на минуту. Взмывайте в воздух. Делайте пил-пил. Все то же самое. Удержание. В ПВП время действия пленения увеличивается на 2 секунды. По действию способности пленения цель становится невосприимчивой к урону и лечению. Время восстановление увеличивается до 90 секунд. 45 секунд было КД. Теперь будет до 90 секунд. Но все, минус контроль, УДХ. Нормально. До свидули. Порыв маны. 1 минута КД наносит цели урон от магии хаоса в объеме равном 644% от ее максимального запаса здоровья. Что, твою мать, они тут написали? Но это неправда же. Этот талант явно не работает. Ну, и описание явно неправильное. Чем меньше текущий запас маны цели, тем больше этот урон. Вплоть до 25% от максимального запаса здоровья цели. Вот это уже вкусно, это уже вернули. Я не помню, сколько сейчас на лайве, но на лайве, по-моему, этот талант вообще не дамажит. А так будет нормально. Особенно если не будут успевать кайтить порыв маны, то этот талант просто будет в связке имбовым. Беглый взгляд. После применения кровавого отступления на вас автоматически накладывается эффект затуманивания 3 секунды. Завеса мрака пассивный на 50% увеличивает вероятность того, что ваши союзники, находящиеся под действием вашего эффекта мрак, не получат урона. Это мы все видели. Что-нибудь новенькое-то будет? Одиночество. То же самое, что и у ДД. Если в радиусе 15 метров от вас нет союзников, скорость накопления боли повышается на 10%, а скорость атаки на... скорость атаки на 10%. Здесь переиграли, здесь по-другому. Очищение пламенем. Пассивное. При использовании жар преисподня рассеивает все наложенные на вас магические эффекты. Я не знаю, есть ли это на лайве. Ну КД у этого дерьма 15 секунд. И он будет снимать с себя все доты. Вечная охота. Пассивная, нанося урон. Повышайте свою скорость передвижения на 15% на 3 секунды. Зазубренные шипы. Пассивные. Пока активированы демонические шипы, каждый раз, когда вам наносят урон от атаки ближнего боя, атаковавший противник получает 30% от нанесенного таким образом урона в виде физического урона. Это типа в обратку. Это похоже было у паладинов. Когда-то. Хватка Элидана, 1 секунда КД. Вы душите цель демонической магией, приковывая ее к месту на 6 секунд. При повторном использовании хватки Элидана цель будет брошена в выбранное место в пределах 40 метров, оглушая всех находящихся поблизости противников на 3 секунды, находящихся им 40... Короче, еще и нанесется им урон ауешный, небольшой. Это все у нас было. Мучитель, то же самое, что у всех танков. Устрашает цель, увеличивая получаемый ей урон на 3% на 6 секунд. Каждый игрок, атакующий цель, дополнительно увеличивает получаемый ей урон на 3%. Эффект суммируется до 5 раз. Ваши атаки ближнего боя обновляют время действия испуга. Искусность в печатях дополнительно сокращает время восстановления ваших печатей на 25%. Кажется, что-то такое было. Ага, вот. Раз. Два. И КД у наших печатей будет теперь 36 секунд. 18 секунд на печать огня.
Неплохо. Демоническая поступь 45 секунд КД, вы входите в состояние метаморфозы и устремляетесь вперед, сбивая с ног всех противников на своем пути, нанося им 41 единицу физического урона. Ваша скорость передвижения повышается при этом и увеличивается на 200% на 5 секунд. Пока активна демоническая поступь, вы не восприимчивы к эффектам замедления, но не можете произносить заклинания и использовать свои обычные атаки. Обращение магии, удержание, то же самое с клеткой, и на этом все. Я не знаю, есть ли это на лаве, но вот снятие с себя всех дебафов, это, по-моему, слишком много. Это жирненько, очень.